Добрый день всем огородникам, цветочникам. Я вас приветствую на своем канале Анатолия Белецкого «Чаревна краса природы». Ну что, практически каждый день я занимаюсь своим одним из любимых дел. Вот, выращиваю цветы. Имею с этого моральное удовлетворение, немножко материального. Вот. На пенсии чем-то надо заниматься. Сегодня я вам хочу показать, как я выращиваю крупноцветковую ромашку. Ну, ромашка всеми любимая цветочная культура, тем более, что она многолетняя, не боится морозов. И может произрастать на одном месте 4, 5, 6 лет. Вот. Ну, не всегда, допустим, можно получить сходы, особенно у нас на юге. Поэтому многие пользуются, покупая готовую рассаду. Значит, я посеял с осени в такую растительную, так как семян дефицита нет, посеял ромашку. Вот она взошла, и фактически всю зиму она потихоньку у меня здесь, так как не было температур, росла, нарастала. Вот. И вот теперь я ее уже, как говорится, пикирую или рассаживаю в горшочки. Горшочки использую для ромашки, так как она все-таки культура, ну, крупная, можно сказать. Девятый номер. Есть меньшие для петунии, там для других более культур. Но это девятый номер. Тем более, что есть возможность приобрести по ценам производителя этот горшочек здесь, в нашем регионе. Потому что если брать в магазинах, там уже накрутка, он будет стоить до двух гривен. А так приемлема цена. И я применяю этот горшочек. Ну вот, набиваю смесью Эко Плюс. Это торфяная смесь. Здесь и есть и разрыхлитель. Здесь есть минеральное удобрение. Микроэлементы. Значит, увлажнитель. Хорошая pH. Нейтральная 5,5, 6,5. Поэтому, чтобы не заморачиваться, делать там смеси, ну, можно делать в домашних условиях, там, 1-1-1, например, самая такая смесь, это одно ведро чернозема, одно ведро торфа и одно ведро песка речного. Можно перемешивать, получается такая тоже смесь. Ну, а я лично вот пользуюсь такой смесью. И вот перед вами добитые горшочки. Аккуратно подковырнул землю, вытянул из растильни вот эти растения. Теперь аккуратно беру и высаживаю, пальцем делаю углубление и прижимаю. Все. Вот уже вам есть новые растения, ромашки крупноцветковой, садовой, многолетней. Да. Ромашка всема любимая, потому что дает прекрасные цветы, долго она цветет в саду и, конечно, радует глаз своими нежными, белоснежными вот цветами. Ну, а кто-то даже может погадать на ромашке, любит, не любит. Так что, вот такая культура ромашка. Ну и вот, высаживаю таким образом, поливаю и выставляю в солнечную теплицу. Боятся, что приморозки ей не страшны. Она спокойно перенесет
все ваши, все приморозки, да. Но зато, когда начинаются теплые дни, она быстро, шикарно пойдет в рост. Ну что, реализовать ее можно, конечно, до цветения. Люди знают, ну, хороший, чтобы был товарный куст. Вот. А уже у людей она будет там цвести и радовать. Вот вкратце о ромашке крупноцветковой, садовой. Ну, они там разные сорта есть. Садовая принцесса, крупноцветковая. В данном случае у меня крупноцветковая многолетняя ромашка. Так что, вот, пожалуйста, ничего тут, ну, для меня сложного нет. Кому мой опыт понравился, можно подписаться на мой канал, поставить лайки. А на этом сегодняшнее включение заканчиваю. Всем хороших сходов, хороших растений, вот, и всего хорошего в жизни. Радуйтесь каждому прожитому дню, каждому солнечному дню, и все будет доброе.